Предоставить слово своему соведущему, который сейчас находится в небе между Санкт-Петербургом и Москвой, Виктору Гусеву. Он выступит с небольшим видеообращением. Внимание на экран. Друзья мои, улетаю в Москву, я обращаюсь к тридцатке счастливчиков. Потому что, чтобы попасть в финал такого соревнования, ну, наверное, недостаточно только изобретательности и мастерства, нужно немножко удачи. Желаю вам удачи в финальном раунде. И, наверное, потому что я никогда не шил себе костюм, тем более такой костюм, никогда не участвовал в таком конкурсе. Наверное, вам нужно будет вот в этом финальном выступлении чем-то еще удивить жюри, найти какую-то изюминку, потому что они вас уже видели, я вас отобрали. Удивите еще раз. И каждому из вас желаю победы, но, как говорят в футболе и в спорте вообще, пусть победит сильнейший. Ну а как говорю я, заканчивая все, что я заканчиваю, берегите себя, друзья. Всего хорошего, обязательно еще раз увидимся. С вами был Виктор Гусев. Большое спасибо Виктору, спасибо большое нашим дорогим косплеерам. И спасибо большое вам, друзья. StarCon 2017 – это вы! Я с вами прощаюсь до завтрашнего дня. Завтра у нас супер насыщенная программа, а сейчас вас ждет отвязная вечеринка. Поехали! Спасибо и пошумим специально для нашего ведущего Андрея, который объявил финалистов. Пошумите, StarCon! До начала нашей первой церемонии вручения премии «Темная сторона» и до начала официальной вечеринки StarCon осталось совсем немного, поэтому... Поехали! You're the one for me. I'm for her no more. Love is fiction.
давайте дадим шума всем вместе!